Доброе утро. Скажи доброе утро. Вот доча. Доброе утро. Давай. За мартышка. Мартышка. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпич. Ва, ничего себе. Всё, мам, всё. Всё? Девчонки, открыла для себя еще идею завтрака такого. Сладкое я не очень стала любить. И вот эта идея овсяные хлопья я перемолола в блендере. Смешала с курицей. Сырок у меня был плавленый с яйцом. И все это залила. Курица вареная предварительно была. Вот, все это залила в формочки. И там 15-20 минут нужно выпекать. В духовке на 180 градусов. Такое объедение со сметанкой, с овощами. Просто и мясное, и выпечка, и все в одном совмещенное. Очень интересная идея. Так что всем советую попробовать. Еще три капельки нам нужны. Выходите скорее, выходите. Не бойся, смотри, какой зонтик красивый, да? Зонтик красивый, зонтик. Ножками надо было идти, ты чё там? Какой домик! Он маленький, надо. Лунтика сверху. Тише ты! Ты чего падаешь-то? И даже есть раковина, да? Какой шарик? Вот такой. Ну, уберут потом, готовь кушать. Смотри, тут и утюг есть погладить, да, и посудка. Давай. Ты будешь гладить, да? Как настоящая хозяйка. Как здорово, да? Ой, как здорово! Ты погладила кукле? Будешь одевать? Мама, помогай мне одевать! Давай! Это, наверное, вот так. А, так тут еще, смотри, зонтик. А, картинки. Здорово, да? Картинки какие появляются. Зонтик, вот он. Кстати, вот этот вариант комбинезон, да, тоже блестящий. Интересная вариация для тех, кому надоело
ходить в платьях. И можно одеть такие килоты. А вот, кстати, подобное только платье мы уже сделали. Все виды блесток на различные цветовые гаммы, формы блесток. Я в этот период предновогодний готова просто пропадать в магазинах. Розовый вообще, я в этом году влюблена в розовый и буду наряжать в розовый цвет. Я нашла, смотрите. Это же вот такая доска крутая. Их у нас нигде не было. Сколько она стоит? Стенд-держатель 899. Ух ты, ничего себе. Посмотрите, какой огромный. Обалдеть. У меня рука меньше. Какие красивые. Обалдеть. Копилка даже есть. Это практичный подарок с копилочкой. Идея как для подарка. Прикольные полотенчики. Оформленные. Конечно же, я люблю еще свечки. Ну, да, со вкусами, с различными. Тоже как идея. Я люблю всякие вот такие вот штучки. Классные часы. Интересно. Пластиковые. Свечки новогодние. Ничего себе цена. Ой, она пахнет вкусно. Что за такую цену купить свечки? Интересно мне. О, а вот этот классный подарок. Носок такой, и в нем полотенце. Так, стоит 299 рублей. Такая лапша смешная. Wi-Fi. Телефон. Ничего себе, на улице мороз, он играет. Следующий день. Сейчас я поехала по делам. И у меня сестра вяжет очень красивые шапки. Поэтому я сейчас поеду выбирать себе пряжу. Такого цвета, как вы думаете, мне подойдет под этот образ шапочка. И свяжет мне шапку. Мне самой интересно. Поэтому сегодня заедем с вами в магазин и примерим, какая же мне по цвету пряжа подойдет. Поэтому оставайтесь со мной. Кстати, еще хотела с вами поделиться. Смотрите, у меня ногти уже отросли. И это, кстати, у меня с AliExpress гель-лак. Заказала себе 3 вида. Я потом домой приеду, вам покажу, как он выглядит, гель-лак. Потому что у меня уже все, коррекция нужна. Новый буду себе делать. Я делаю сама себе на дому. Поэтому с AliExpress покажу, кому интересно. Очень долго держится. У меня уже, наверное, 3 недели точно, а то, может быть, 4. И никаких сколов, ничего, ни отслоек.
Поэтому покажу вам, приеду домой, каким гель-лаком я пользовалась. Ух, сегодня погода такая классная, чистое небо, такое солнечное. И мороз, и солнце, день чудесный. Все, одно дело сделано, теперь едем за пряжей. Вот, сейчас у меня такой бешеный период. Сейчас начинаются у нас дни рождения у всех родственников подряд. Можно сказать, в один день даже два дня рождения есть. Поэтому скоро у мамы, потом у сестры, у меня, у самой дни рождения у всех. Ну, как всегда, у меня не бывает праздников. Я почему-то не отмечала сегодня рождение, всегда какой-то грустный праздник. Вот. И никогда у меня веселого дня рождения еще не было ни разу в жизни. Поэтому я его даже не отмечаю практически. Вот. Но зато люблю устраивать всем остальным какие-нибудь праздники. Вот. И сейчас начинается уже выбор подарков, все это задумки. Вот. И к Новому году уже, соответственно, тоже начинаются придумки разных подарков. И, кстати, скоро, наверное, выйдет видео о подарках на Новый год. Конечно же, бюджетных. Так что смотрите меня дальше. Я поехала за пряжей. Готовила тут есть, купила вот такие вот в фикс-прайсе набор такой, силиконовая лопатка, да. Вот, посмотрите, что от нее осталось, да. Это, причем я только помешала вот обжарку, да, получается, лук с морковкой. И вот эти все, они начали ломаться и оставаться в еде. Было очень неприятно, что это все испорчено. Представляете, ну как так вот тоже делать? Деньги, получается, отдаешь, а это все такое вот прям некачественное. Вот это вот прям разочарование. Кисточка, в принципе, неплохая, правда, она не очень. Ну, в принципе, мазать противень, допустим, или формы какие-то для выпечки. В принципе, она неплохо справляется. И конечно, сделано тоже, вот торчит все. Но, по крайней мере, они хотя бы не вывалились, не расплавились никуда, и ничего с ними там не случилось. Вот, ложка тоже вроде я проверила. Но это как пластик, даже не силикон, пластик. Вот, вроде бы ничего, подлив готовила, никуда не исчезла. Но вот лопатка, конечно, вообще... Я, в принципе, из-за лопатки и хотела. Думаю, что будешь покупать по одной вещи? Куплю сразу набором. Угу. Лучше бы одну какую-нибудь выбрала, хорошую, качественную. Так что, кто не покупал и думал об этой покупке, не берите. Кстати, вот еще вспомнила, что покупала еще кружечку, вот такую термокружку с таким вот принтом новогодним. Мне понравилось. Там было разные расцветки. Ну, это, по сути, просто вот бумажечка, да, которая вставляется внутрь. Я когда ее мыла, вот это черное снимается, и остается просто прозрачный корпус, в который вставляется вот эта бумажка. То есть принт можно подобрать самому на любой вкус. И вот эта вот термокружка. Во-первых, она неудобна, когда с нее пьешь, вот это вот упирается. И... Держит она тепло, ну, максимум час-полтора, причем это при комнатной температуре. То есть на морозе, естественно, она еще меньше будет держать тепло. Не знаю, насколько это хорошо или нет. Так. Ну, в общем, пить из нее не очень удобно, если только, может быть, с трубочки. И тепло тоже она не очень долго держит, поэтому не знаю. Ну, так вот. Кстати, девчонки, я хотела спросить, как удобнее вам
во влоге смотреть, допустим, вот такие какие-то мои покупки с фикс-прайс, или как отдельное видео, то есть отзыв конкретно о каждом товаре. Либо бегло вот во влоге показывать какие-то товары или какие-то средства, которые мне понравились или не понравились. Вот, ну и тоже мой отзыв оставлять, как полезнее вам. Подскажите мне, потому что я не знаю, как снимать либо отдельно, либо вставлять это во влог. Поэтому жду от вас комментариев и подсказок, конечно же, как это удобнее сделать. Девчонки, еще, кстати, хотела вам вот что рассказать. Значит, дочь у меня, конечно же, рисует красками обычными акварельными. Они вообще по всему ковру, она все поразляпала, особенно когда я их оставляю с бабушкой, то там просто ковру приходит конец. Вот, и поэтому я не знала, чем их очищать, они ничем не выводились, вообще какие-то вот просто заляпанный весь ковер в каких-то пятнах, и от красок в том числе, особенно уголок, где она рисует, вот, не знала, чем вывести, и ванишем, и чем я только не замачивала, не чистила, и содой, там, и уксусом, все перепробовала, ничего не помогало. Пока не попробовала случайно вот этот пенный очиститель интерьера. Вообще это типа для автомобиля, вроде как, я так поняла, идет. Баллон. Тут такая вот крышка, с помощью которой это все чистится. Для диванов вот тоже описано. Я только потом это присмотрела. Вообще это лежало у нас в машине. И предназначалось якобы для машины. Тут я когда замочила ковер и почистила вот этой же насадкой, которая здесь жесткая была, каково же мое было удивление, что у меня начали отходить пятна, хотя бы их не так видно. Химчистку я не вызывала коврам. Вот, хотела это сделать в летний период, весной. Ну, у меня руки чесались, я уже не могла просто на это смотреть. Я реально очистила большинство пятен. К сожалению, я в этот момент, когда увидела, что это все чистится, забыла это поснимать. И здесь все было в этих пятнах, зеленых, синих, красных, я не знаю, ну, в общем, все цвета, которые в акварели есть, все было в этих пятнах. Вот этот весь ковер, тем более особенно белый, вот этот вот завиток, все было в этих пятнах. Ну вот, я пыталась очистить, вот он посветлел, но еще не очистился до конца. Вот это пятно. И было все в таких пятнах, представляете, ярких. Вот. Большинство из них прям отмылись, все очистилось, и более-менее он выглядит поприличнее хотя бы, поприятнее смотреть. Чистота и порядок. Ну вот, я вам как обещала показать вот такой вот гель-лак я заказала на AliExpress. Это вот такая фирма, даже не буду читать, коверкать. И вот такой номер. Вот он так примерно смотрится. Это, по-моему, в один или в два слоя. Еще также с ним заказывала вот эти оттенки, да, но они практически похожи. Один там краснее, другой потемнее идет. Ну, в общем, в принципе, оттенки почти похожи. И три гель-лака я заказала на Алиэкспрессе. И держались они очень хорошо, долго. Я вот недели 3-4 точно отходила. Вот, и сделала себе коррекцию. Вот такой вот типа зимнего сделала себе. Вот. Сейчас покажу, как он. Вот так он выглядит. Видите, он густой. Такой насыщенный, блестки. В общем, держится классно. И стоили они там 50, что ли, рублей. Ну, или 60. В общем, смешная сумма для гель-лаков. Тут, конечно, вот видите, да, объем. У меня обычный гель-лак. Ну, вот, допустим, мой гель-лак. То есть тут у меня 10 миллилитров, тут, по-моему, тут у нас 8 миллилитров идет. 8, тут 10. Blue Sky.
Вот. Ну, в принципе, либо за 250 покупать в наших вот магазинах, да, блюска, либо вот по 50 рублей набрать разных цветов, экспериментировать, пробовать. По-моему, это вообще классная находка. Люблю за это Алиэкспресс. Доча, ты какая красивая. Это ты что нарядилась? Очками. С очками? А, и браслеты у тебя, да? Да. Угу. Какого? И ложка. А, и ложка такая красивая. Угу. И шляпа. А, и шляпа. И ты королева, что ли? Нет, я не королева. А кто? Я не пятик. Кто? Все, я посмотрела тебя. Посмотрела? Молодец. Ты мой стилист, что ли? Так, одевай мне на руку, одевай. А теперь ёшка. А, теперь мне тоже ложку взять? Да. И корону. И корону? Да. Ой, Маша, тебе. Нормально? Ты красивая, мам. Теперь ты красивая. Да? Классно. Я рада, что я тебе нравлюсь. Это образ домохозяйки в декрете. Да. Да? Да.